Всем привет! Чтобы быть в тонусе, сегодня мы выполним несколько заданий на растяжку. Вы готовы? Задание на укрепление ног. Поднимаем ноги наверх, делаем ножницы по 16 раз, 3 подхода. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Задание на пресс со скручиванием корпуса и меняем ноги. Руки перед собой. Приготовились? Поехали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Следующее задание выполняем лежа на животе для гибкости спины и ног. Противоположной рукой берем ножку за стопу и тянем вверх, насколько это возможно. На другую. Выполняем несколько раз, удерживая по несколько секунд. Следующее задание делаем на растяжку под коленным суставом. Ложимся на спинку, ноги вверх, беремся за щиколотки и притягиваем к себе. Вот такими движениями мы растягиваем под коленями. По возможности не сгибайте ноги. Следующее задание мы выполняем на внутреннюю часть бедра. Одна нога согнута, другая прямая. Опора идет на локти и поднимаем ногу. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И в конце обязательно удержать 8 счетов. Два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Задание на растяжку. Опорная нога прямая, поднимаем колено и притягиваем к груди, следим, чтобы спинка тоже была прямая. На одну ножку и обязательно на вторую. По несколько раз. Как можно выше поднимайте колено. Еще одно задание на растяжку. Сгибаем одну ногу, носочек на себя, беремся и притягиваемся. Следите, чтобы спина была прямая. Обязательно на другую ногу. Задание на растяжку подколенных связок. Руки можно положить на пояс или на колени. И опускаемся вниз. Стопы можно на себя. И подкачиваемся. Макушкой тянемся вперед. Можно делать по несколько раз, по несколько подходов. И следите, чтобы колени ваши вот таким образом не сгибались. Продолжаем с вами растягиваться. Сгибаем переднюю ногу, сгибаем заднюю ногу. И сидим в таком положении по 20 секунд. Еще одно задание на растяжку. Садимся в выпад. Сзади ногу ставим на носочек. И можно встать на локти. И раскачиваться.
как можно ниже. По 30 секунд на каждую ногу. Можно также сделать несколько подходов. На сегодня это были все задания. Всем спасибо и до новых встреч!